Салют. Ну что, мы продолжаем. Это вторая часть первой миссии. И нам предстоит захватить Псков. И Таллин. С чего мы начнем? Наверное, с самого простого. Это добьем вот этих ребят. Здесь мы пока что не лезем. Укрепляю. Тут ПТшка мешает нам разобрать вот эти танки. Непонятно, что здесь. Поэтому мы берем тактические бомбардировщики. Смотрим, откуда мы достаем. Так, отлично. Здесь мы ПТ-шки заберем, в принципе. Так как уже нету самолетов, истребителей и так далее, можно уже переключиться на ПТ. Здесь бы хотелось как-то раскумарить вот эту ПТ-шку, но что-то мы ее вообще не пробиваем. Также хотелось бы забрать артиллерию, пока она стоит беззащитная. Арту на максимум подводим. В любом случае она ничего не может больше сделать. Здесь единственное, до кого мы достаем. До этих ребят. Так что... давайте дадим еще разведать. И, возможно, нет, не добиваем, к сожалению. Хотя можем здесь вот пострелять, добить и еще пострелять по арте. Я думаю, это неплохо будет. Так, ты у нас где стоишь? Форсированным маршем. Да, давайте, наверное, так и сделаем. В принципе, я не вижу, что тут может угрожать нашему разведчику. Отлично. После чего добиваем. И здесь на четверку пробили. Можем ли мы добить? Ну тогда мы сюда не сможем ассист дать. Но добить очень важно. Тут можно форсированный марш врубить. Это дополнительно одно очко движения, но это не так много на самом деле. Потому что потом мы восстанавливаем два хода. Нет, наверное, все-таки просто. Вот так вот сделаем. Эти ребята до нас не достают. Танк. Якопилс. Нежелательно оставлять. Но вроде ничего не угрожает. Так, здесь надо подумать. На самом деле. Хотел посмотреть, что здесь. А там никого нет. Соответственно, можем просто захватить. Получить еще 75 престижа. Так, артиллерия точно надо подводить поближе. Один шесть. Мы никак не можем дать помощь, поэтому все-таки здесь попытаемся добить. Отлично, сдался. Тут подставлять не хочется под ПТ-шку. Поэтому подумаем, как стать. Угу, достаешь, да? Отлично.
Здесь все-таки, наверное, так. Но вначале огреем на четверочку. Тогда, в принципе, может быть, мы сможем с прорывом это все сделать. Нет. Наверное. Единичку мы теряем, да. Но зато мы сможем сюда пострелять. А здесь мы вот так заберем, да. Тут лучше четверочку вот пробиваем. Думаем по поводу вот этого товарища. Но тут смысла нет, я с ними в принципе не воюю. Такого аэродрома больше у нас нету. Здесь мы не достаем. Смотреть бы, что здесь. Может, можно так вот как-то проехать и захватить аэродром. Пока непонятно. Тут точно так. Тут думаем. Очень больно бьет. Здесь бы этих ребят подтащить. Сколько у вас? Раз, два, три, да? То есть отсюда будет раз, два, три. Как раз следующий ход. Мы эту ПТ-шку заберем, но надо что-то делать с танком. Соответственно. Делаем его вот так вот. И здесь смотрим. В принципе, единичка нам ничего уже не сделает. Тут я бы, наверное, отъехал за танк. И у нас остался бомбардировщик, который ничего не может. Ну, можно просто пятерку пробить, чтобы комп тратил престиж. Я не знаю, у него он бесконечный или нет. На починку. И истребителями можем немножко пострелять. Чем надо подлететь, глянуть, что здесь. Так, вот, кстати, аэродром. Его надо будет захватить. Хотя довольно-таки он тоже удаленный. Так, еще у нас осталось два. Давайте в болоте постреляем. Смотрим, кого мы можем покоцать. Тех прикоцаем. И танк у нас остался. Но танк тут стоит, ждет, улыбается. Здесь можем подъехать поближе, чтобы, если мы заберем, как-то попытаться объехать. Здесь ставим разведчика и через него проезжаем. Что-то в таком стиле, мне кажется. Тут ребята по-любому рванут на разведчика. Но далеко уезжать я все равно не хочу. Давайте следующий ход смотрим. Так, и мы видим разведку. Но разведку мы не боимся. Да, ну это понятно. Он зато в окружении. Тут ребята теоретически даже могут сдаться в плен, если мы их окружим. Но тут сложно их окружить будет. Довольно-таки. У нас тут две ПТ-шки с другой стороны. Давайте начинаем. С самого геморного. А он, у него укрепление жесткое.
Опять неправильный порядок действий. Ну ладно уже. Вначале надо было, естественно, конечно, с артиллерии пострелять. Это ошибка. Здесь вот этих товарищей мы и так заберем. А тут ПТ-шку эту надо убивать, даже ценой единички. Так, все, танк мы забираем и даем ассист возможный. Даже вот этим товарищам, наверное. Так, вот это неприятно. Что-то жесткая какая-то ПТ-шка, уже все, мы ее согнали с окопанности. Она все равно, блин. Так. Тут у нас на выбор, да, я так понимаю. Можем сделать так. Вернуться. Здесь. Уничтожаем, захватываем, даем ассист. И тут пробиваем. Отлично. Здесь думаем. Этими ребятами надо будет пробивать как-то Таллин. Ой, а не, все нормально. Единичку убили, три осталось. Что он два урона может нанести, да, даже тройкой. Вот, кстати, эти товарищи, если выйдут из леса, будет неприятно. Ну да ладно. Так, ну по северу, в принципе, все понятно. Теперь тут. Тут точно мы едем на максимум. Как мы уничтожаем вот этих ребят. Я думаю, стоит все-таки здесь сделать сейчас так. На семерку пробить. Или шестерку. Вопрос, кем лучше, но лучше ехать десяткой, конечно же, но если они пойдут наверх, это будет неприятно. Не пошли вниз, это хорошо. Так. У нас 8, да? То есть мы делаем... А, тут ПТ стоит. Вот это неприятно. Что у нас по истребителям? Не наносит такого урона. Так, ну тогда у нас тут небольшие проблемы. Нам нужны ребятки вот эти. Здесь равнина, соответственно, ставим тогда танк. Раз. Обои мы отъезжаем. Здесь тоже затыкаем дырку и подвозим по максимуму товарищи. Как и артиллерию. Артиллерию, я думаю, надо сюда куда-то переставлять, тут зачищать. В принципе, последнее место. Последний гекс. Этот мы захватим, я думаю, проблем не будет. А здесь у нас еще могут быть проблемы. Соответственно. Раз, два, три, четыре. То есть, если мы здесь будем, раз, два, три, четыре. Так, отлично. Вот этими ребятами тоже могут. Так, ты стоишь, улыбаешься. Все вроде, да? Ну, что, прекрасно. Разведчикам только тяжело. Главное их не просрать. Но вроде не должны.
Так, ребята даже не стали ходить. Я не против. Тут с разведчиком, я думаю, мы можем и убить сразу толстым Максом залпа, если что. Мы доберем танк. Отлично. Здесь надо окружить товарищей. Здесь уже город, да? То есть мы встаем на равнинах. И нам нужен кто-то сюда, чтобы полностью окружить. Соответственно, пехоте, возможно, придется немножко пострадать. А, она не достает, да? А ты? Ты достаешь. Возможно, разведчику придется пострадать. Давайте посмотрим, насколько мы их окопаны сбиваем. И повреждения, да, наносим. В принципе. Подождите. Это надо с разведкой делать. А, из-за порта, я так понимаю, окружения нету, да? Так, ну зато мы на одного меньше. Так, блин, как бы они не убили нас здесь. Давайте я переведу, наверное. И еще одного. Стоит это того или нет, вот в чем вопрос. Так, разведчикам здесь будет очень больно, мне кажется. Но что поделать? Ладно, я уже ставлю там. Здесь надо разбивать тут и тут. Что хотелось бы все-таки объехать. Да, здесь очень неприятная ситуация складывается у нас. То, что тактически не достает, это плохо. Ну давайте ПТ-шку, наверное. Так, здесь эта артиллерия напрягает очень сильно, на самом деле. Что у нас там по истребителям? Давайте размягчим. Урон. И подумаем чутка. Встанем так, наверное. Здесь станем так, чтобы врываться в ПТ-шку. Тут пока что я не хочу. Подъезжаем, начинаем работать. Отлично. Окопаны сбиваем. Этих ребят тоже, наверное, сюда надо подтащить. Займем мост. Аэродром поставим там. И сюда еще от них, ребят. Давайте. Будет на следующий ход. Здесь все-таки, возможно, надо подлечить. Даже, хоть это и дорого стоит, что может понадобиться нам. Тут. Попробуем объехать. Возможно, там нет никаких войск. Здесь страшно, я не знаю. Теряем опыт, не хочется. 3-1. Но 3-1, в принципе, уже не так страшно. Ладно, если все-таки прострелят. По танку больнее прилетит. Смотрим. Так, ну я вот об этом подумал, да, что они пойдут на наших пионеров. Так. Было очень больно. Здесь, в принципе, меня такой размен устраивает, а вот здесь очень сильно
Ребят покоцали. Что ж, тогда мы уже видим, что тут все у нас защищено. Можно подъезжать, окружать и добивать ребят тогда. Так, отлично, добили. Главное здесь еще спасти. Но мы уже в следующей миссии будем восстанавливать. Но без пионеров сложно будет город пробивать. Вот в чем беда. Хотя, в принципе, терпимо. Давайте попробуем вот так встать. Захватить аэродром. 6-6. Этот танк мне не нравится совсем. Они в городе, им не так страшно. А вот сюда уже вставать пехотой опасно. С этой точки может танк добрать наших товарищей. Но в принципе он не добрал в прошлый ход. Соответственно, я думаю, не доберет и сейчас. 4-6, да? Давайте прикинем по нашим тактическим бомбардировщикам вначале. Что мы можем изобразить? Тут не пробиваем, тут не достаем. Тройку. Но здесь уже к ним не подходит, только могут подойти вот эти товарищи. Или сверху. Танк вряд ли сюда пойдет. ПТ-шка вряд ли сюда пойдет. Соответственно, надо уничтожить вот этих товарищей. Три, шесть. Уже получше. 1-7. Наверное, все-таки придется танком здесь еще поработать. Так, да, и они ушли. Здесь нельзя. Так, ты не доходишь. Ты можешь, но вряд ли. Ну, отлично, в принципе. Так, и здесь уже они не доходят. Но ребят вроде спасли. Здесь 2-2. Вот такой размен меня, в принципе, устраивает. Можем вас сюда поставить, а тебя вот здесь где-то. Давайте так и сделаем. Сам я стрелять не буду. Дадим сейчас вначале... Отлично. Так, ну заходить мы, наверное, не будем, потому что мы от танка очень жестко получим. С другой стороны, ему тоже невыгодно заезжать в городскую застройку. Под ПТ-шку не подставляемся, вот где-то так останемся. Посмотрим, что он будет делать. Так, ну здесь вроде все понятно. Тут слабая у нас точка вот одна только. Прикидываем уже вниз зачищать территорию. Одна вниз, другая наверх. Давайте... Так, ты очень далеко, да? Ты давай передислоцируйся сюда. Тактический бомбардировщик. Почему разведка не дает? Зачищает здесь. О, отлично. 1-4. 1-4 меня устраивает. И танк добирает.
Отлично. Разведчик захватывает. И все, мы тут на максимум выдвигаемся. Ага, разведчик видит тут ребят, да? Тогда подтягиваем. 0,7. Нам бы мосты пионеры нужны. Надо будет взять в следующей миссии. Пока подъезжаем, смотрим. Нет, что-то плохая. Вот так вот. Встаем. В принципе, мы уже могли миссию закончить. Я не знаю. Может и стоило. Давайте еще один ход посмотрим. Так, ну, в принципе, терпимо. Здесь вот этих ребят обрабатываем. У нас тут две пехоты, да? 1-3. Не, здесь надо вот этих товарищей добить. Ай. Встал. Ну, ладно. Короче, лишний ход потратил. Потерял чуть очков прочности. Бывает, бывает. Ну все. В принципе, первая миссия пройдена. С чем я себя и вас и поздравляю. И увидимся уже в следующей серии. Не забудьте прожать лайк и оставить комментарий. Всего хорошего.